Приветствую вас на канале Мастер Новатор. И сегодня мы будем делать полезную самоделку из вот такого великолепного бачка от унитаза. Поехали! Первым делом выкручиваем крепежную гайку и удаляем из бачка арматуру. Так. Также удаляем поплавок. Дно бачка унитаза имеет 4 отверстия. Из этих 4 отверстий нам нужно оставить только одно, центральное. Остальные закроем при помощи прокладок, болтов, шайбочек и гаек, соответственно. Далее берем вот такую пол-литровую бутылку от минеральной воды и примеряем ее к нашему отверстию. Заводим изнутри. Таким образом, до упора. Так. И подрезаем. Отлично. И вот с этой стороны сейчас пройдемся клеем, загерметизируем этот стык. Перед нанесением клея предварительно обезжириваю поверхность. Далее проклеиваю стык при помощи горячего клея. Пистолета и горячего клея неспешно, аккуратно по всей окружности бутылки хорошенько проклеиваю, чтобы добиться надежной герметизации. Прохожу пару раз, чтобы все ничего не пропустить. Далее беру крышку и обыкновенный шаровый кран. В крышке прорезаю отверстие вот таким образом под размер резьбы шарового крана. Крышку накручиваем на бутылку. Шаровый кран прямо вот резьбой аккуратненько вкручиваем в отверстие в крышке. Вот прямо до упора, до конца. Вот таким образом закручиваем. Моя самоделка готова. Получился у меня вот такой шикарный дачный умывальник, рукомойник. Сезон дачный не за горами. Скоро поеду на дачу и буду его активно использовать. Осталось налить водички, открыть краник и вперед. Если самоделка вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!